Good morning. Доброе утро. И наш следующий гость Чон Кун Хин расскажет об основных стратегиях, которые позволили Сингапуру достичь один из самых высоких уровней владения квартирами в мире. Мы обсуждали это на московском форуме. Это один из примеров городов, которым можно поучиться. Доктор Чон Хин, представитель Совета по вопросам жилищного строительства и застройки Сингапура. Доктор Чон представила новое поколение домов, которые разработаны по-другому. Они устойчивые и умные. И они разработали программу, которая позволяет строить более устойчивые дома. Под руководством совета появился новый концепт застройки, что включает в себя развитие всей необходимой инфраструктуры и транспортной системы. И она очень хорошая в Сингапуре. Также она участвовала в продвижении проектов, такие как Marina Bay. Это одно из очень красивых мест Сингапура. Здесь прекрасные сады. И, также она разрабатывает эко-города. И что очень важно для нас, что она представитель комитета. И она выиграла одну из самых престижных наград в развитии городов. Доктор Чан, мы очень рады вас снова видеть. И я передаю слово вам. Питер, спасибо большое. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим хорошо. Спасибо. Во-первых, всем доброе утро из Сингапура. У нас здесь тепло, солнечно. Не знаю, как сейчас в других частях мира. Но сегодня я расскажу о том, как мы предоставляем жилье в нашей стране, потому что это позволяет сделать людей более счастливыми и общество более инклюзивными. Наша программа основана на 17 целях устойчивого развития, и одна из них — это устойчивые города и сообщества. Что здесь важно, это мы должны предоставлять безопасное и доступное жилье, вкладывать деньги в общественный транспорт, создавать зеленые общественные места, улучшать планирование городов и участвовать в этом инклюзивно. Но мы знаем, что жилье должно быть хорошее и доступное. Это является главным в развитии устойчивых городов. И сегодня около 1,2 миллиарда человек не имеют доступ к доступному по цене жилью. Когда мы думаем о Сингапуре, мы думаем, что это современный метрополис. Но 60 лет назад все выглядело совсем по-другому. Это была страна трущоб. Когда мы стали независимыми в 1965 году, мы знали, что нам нужно улучшить качество жизни. И поэтому вопрос, что делает наших жителей счастливыми? Во-первых, дома должны быть доступными. Окружение должно быть безопасное, экологичное, должны быть доступные услуги, должны быть разные социальные возможности. И самое главное, люди хотят жить вместе, где мы можем состариться в комфортных условиях, и там, где будет создано сообщество. И в течение 60 лет наш совет, который называется HDB, если коротко, занимается предоставлением доступного жилья. Это началось с 1960 года, когда мы предоставляли очень простое жилье, а сейчас это современные и очень качественные квартиры. Мы предоставляем жилье 60% городского населения. И что уникально, 94% жителей являются владельцами этого жилья. И в Сингапуре уровень владения собственным жильем один из самых высоких в мире. Он составляет более 90%. Из-за того, что время ограничено, я расскажу вам о трех важных стратегических моментах и как мы этого достигли. Первое — это
сделать, чтобы жилье было в собственности, доступное и при этом устойчивое и качественное. Первое. Это обеспечить, чтобы жилье было в собственности. Обычно общественное жилье сдается в аренду. Но мы понимаем, что нужно предоставить активы, и чтобы они несли ценность, и при этом, чтобы люди чувствовали, что они являются частью этого места. И для этого мы разработали разные политики. Во-первых, мы работаем с молодыми парами и помогаем им создавать семьи, и когда они уходят на пенсию, мы тоже создаем комфортные условия. And how do we do this? И как мы это делаем? We provide a wide range of options. А у нас очень большой разброс вариантов. So you have very small flats from two. Есть маленькие квартиры с двумя спальнями и очень большие. Они находятся в разных частях города, поэтому это подойдет всем. И, конечно, нам нужно предоставлять субсидии. В Сингапуре вы можете зарабатывать 10 тысяч долларов, но при этом вы имеете все равно доступ к этой опции. Если у вас низкий доход, то получаете больше субсидий. Как вы видите на этом графике, чем больше доход, тем меньше субсидии. Никто не может предоставлять субсидии безогранично, поэтому люди должны сами платить по ипотеке. И как мы это делаем? Мы используем сберегательный фонд. Что это такое? Все жители Сингапура, которые работают, отдают 20% фонду, и работодатели отдают 17%. Это означает, что у каждого сингапурца уровень сбережений 37%, что очень является высоким показателем. 8% направляется на медицинские цели, 6% на специальный счет, и 3%, 23% это идет на покупку дома, будь то государственное жилье или частное. И цена... Almost everybody can pay for their mortgages through this 23% savings. И практически все могут позволить себе оплатить жилье благодаря этим сбережениям. Affordable housing of 30-35%. In fact, more than 80% более 80% резидентов не чувствуют сложности в погашении задолженности по ипотеке. Именно поэтому жилье в Сингапуре гораздо более доступно, чем в других городах. Можете посмотреть на график. Соотношение медианного дохода семьи к медианной стоимости жилья. Третья очень важная цель, к которой мы стремимся достичь, это задача предоставить качественное жилье, которое устойчивое и находится в качественном окружении. Как мы это делаем? Мы называем дизайн для жизни, потому что мы хотим, чтобы люди жили хорошо, чтобы они жили умно и чтобы они общались. Что означает жить хорошо? Это означает, что мы хотим предоставить различные услуги, которые будут удобны и доступны для всех. Мы хотим выстроить здоровые города, мы хотим, чтобы природа была рядом с нами. И также мы хотим обновить наши старые города. Вот пример типичного города. Называется Пунгал Эко-город. Здесь 60 тысяч квартир. И мы предоставляем все услуги для работы, жизни, игры и обучения. Здесь можно работать. Здесь есть квартиры для коммерческих целей, школы. И здесь также очень хорошая транспортная инфраструктура. И мы хотели построить очень четкие районы. Мы
Очень старались сделать, чтобы каждый район был качественный и отличался от другого. И вот район около воды, он очень красивый. И вот этим мы занимаемся. И напоминаю, это субсидированное государственное жилье. Здесь рядом вода, архитектура очень необычная, уникальная. И внутри очень красиво. И это госжилье. И люди могут обустраиваться, как хотят. И, конечно, здесь хороший доступ общественного транспорта. Где бы вы ни жили, вы находитесь в 300 метрах от ближайшей остановки общественного транспорта. Поэтому у вас снижается потребность в собственном машине. И поэтому у нас больше упор на тротуары, на использование велосипедов. И поэтому мы сейчас экспериментируем с разными транспортными инициативами. И здесь большая сеть велосипедных дорожек, и мы призываем людей пользоваться велосипедами, чтобы воздух был более чистым. И здесь вы можете много видеть синего и зеленого. Вы видите резервуар для хранения воды. И мы их соединили рекой, и мы добавили большую зеленую часть. Это парки или прибрежная часть. Именно такое мы стремимся сделать в центре города. А эту реку можно использовать, и она соединяет резервуары. И при этом ее можно использовать для отдыха. То есть она многофункциональная. И также при разработке мы стремимся, чтобы здесь была вода, зелень, чтобы людям было комфортно находиться на улице, и чтобы их здоровье улучшалось. Мы хотим, чтобы города были здоровыми, комплексными. Это касается физического здоровья, психического здоровья граждан. И чтобы наши города выполняли потребности всего цикла жизни человека. И тут мы опираемся на научные данные. Например, я не буду говорить обо всех, но вот элементы благополучия, которые поддерживают физическое, социальное, психическое здоровье. Для каждого есть концепт, который работает на удовлетворение какой-то потребности. Приведу несколько примеров. Например, мы хотим, чтобы люди вели активный образ жизни. И поэтому мы делаем дизайн, чтобы он был более веселым и привлекал людей к спорту. И мы, например, сделали здесь ступеньки, и их удобно использовать. И мы говорим людям, пользуйтесь ступеньками, не лифтами. И на крышах парковок мы разбили сады для людей. И поэтому сейчас здесь гораздо веселее, и людям больше хочется выйти из квартиры и пойти на природу побегать. А также мы установили специальные знаки, которые будут стимулировать вас заниматься и ходить. И мы хотим, чтобы наше было инклюзивным и снаружи, и внутри. Поэтому мы используем разные цвета, особенно для пожилых людей, у которых зрение ухудшается. Можете посмотреть, здесь внутри в помещении можно использовать цвета, чтобы обозначить что-то, привлечь внимание. Поэтому здесь поручни окрашены в разный цвет, чтобы их было лучше видно. Также мы хотим, чтобы люди общались среди разных поколений, поэтому здесь есть общественные места, например, большие и небольшие, где люди могут встретиться, соседи могут пообщаться, собраться. И в наших центрах мы их продвигаем как социальные центры и центры здоровья. Здесь поликлиники, магазины, которые продают продукты для здоровья, спортивные учреждения и разные увеселительные места, куда можно привести детей. И мы хотим также, чтобы люди задействовали голову. И могли также расслабляться, поэтому здесь есть спокойные места с зеленью. Здесь много растений, мы привлекаем людей к садоводству и растениеводству.
в пределах города. И это хорошая возможность для всех граждан пообщаться, находясь в городе, и узнать о экологичном способе жизни. Конечно, я говорю о новых городах. Многие города, такие как Москва, предоставляют жилье. Мы не просто строим новые города, мы также обновляем старые города. Потому что, например, когда город постарел, мы приезжаем туда, улучшаем их, занимаемся строительством, улучшаем транспортную систему и модернизируем квартиры. У нас есть схема, где мы сносим старые дома, людей переселяют. И я знаю, что в Москве очень обширная такая программа, это, конечно, непросто, но также мы меняем квартиры внутри, не только снаружи. И у нас есть специальные субсидированные программы, чтобы обновить квартиры внутри и все районы. Так что программ у нас много. И также мы обновляем лифты, чтобы обеспечить доступ на все этажи. И также стоит вопрос использования технологий, чтобы резиденты использовали технологии на ежедневном уровне. Это позволит повысить уровень комфорта и повысить качество жизни. Например, мы делаем умное планирование. Давайте сейчас посмотрим на слайд. Умное планирование — это использование моделей симуляции. Например, вы можете посмотреть на анализ движения ветров. В данном случае снижается потребность использовать кондиционеров. Также мы изучаем уровень солнечной активности. Это позволяет нам объединить те части, которые находятся в тени, и где находятся в солнечной части, и там мы можем распределить солнечные батареи. А также у нас есть система, которая отражает уровень шума, потому что это серьезная проблема для городов, и это позволяет защитить наших резидентов от шума дорог. А также у нас есть приложение по городу, она помогает нам смоделировать инициативы по устойчивости и выбрать самые важные для устойчивости наших городов, потому что инициатив очень много. И это позволяет нам быть оптимальным в том, как мы планируем нашу активность в городе. И, конечно, инициатив очень много в нашем городе. Это касается солнечной энергии, эффективного использования воды, систем сбора мусора, энергоэффективное освещение и умное освещение. Что нам нужно для того, чтобы построить умные дома? И помните, что это государственное жилье, субсидированное. Наши резиденты могут устанавливать приложения и контролировать коммунальные расходы. Можно сохранить расходы по воде, по электричеству, используя эти приложения. И также есть специальная система для мониторинга за пожилыми людьми. И вы можете контролировать, наблюдать за ними, например, если они не делают то, что они делают обычно, то сигнал уходит их детям или соседям, и тогда они могут к ним прийти и проверить, что у них все в порядке. Поэтому эти технологии позволяют на ежедневной основе. Это типичный пример нашего города. Здесь используется много технологий, которые используются в умном планировании для умных сообществ. Этот новый район будет завершен к концу этого года. И здесь будет очень энергоэффективно, и потребление воды будет низким. Живите умно. Это означает эффективное потребление ресурсов. В старых городах мы используем программу зеленых городов. Мы туда приезжаем и делаем так, чтобы потребление энергии сократилось. Мы используем специальные краски.
И используем специальные системы по переработке отходов. Поэтому то есть мы не оставляем старые города, мы возвращаемся к ним и обновляем их, чтобы они стали такими же хорошими, как новые. И также это место должно быть стать запоминающимся. И мы хотим построить, чтобы города предоставляли опыт, как предоставляют сельская местность. И мы смешиваем все пространства, общественные пространства. Все, здесь разные квартиры, большие, маленькие, дорогие, дешевле. Все находится в одном месте. И плюс у нас используются разные программы, чтобы в каждом городе была одинаковая демографическая ситуация, как и в среднем по стране, потому что у нас многокультурная страна, исповедуются разные религии, и мы хотим, чтобы каждый город это отражал, чтобы у нас не было каких-то анклавов, потому что тогда люди будут жить и развиваться вместе, будут понимать стиль жизни людей из другой культуры. И это обеспечит лучший уровень общения между ними. Мы проводим очень много мероприятий, например, местные жители могут сами участвовать в дизайне своего окружения. Вот вы можете посмотреть на слайде. Они могут придумывать свои собственные площадки для детей. Они могут говорить, что бы они хотели увидеть, и эти места станут более значимыми для них. И особенно это важно, когда мы обновляем города, потому что такие воспоминания очень важны, чтобы у людей было ощущение целостности и общности с городом. Но для этого нам нужно... Для этого у нас есть специальная программа. Она занимается финансированием. Мы проводим образование, представляем образовательные программы. И мы помогаем этим проектам развиваться. Мы говорим, например, если у нас есть какая-то проблема, предложите свои идеи, мы ее профинансируем. И мы очень открыты к новым предложениям. И мы также стимулируем людей, чтобы они общались между собой. Итого, дизайн для жизни. Мы хотим, чтобы города с государственными квартирами были устойчивыми, чтобы люди хотели там жить, и чтобы было ощущение общности. В целом, вот так выглядит государственное жилье в Сингапуре. Сейчас мы можем обсудить то, что я вам рассказала. Спасибо. Просто потрясающе. Большое спасибо. Мы вас благодарим за презентацию. И я думаю, ваша работа просто потрясающая. И Сингапур является хорошим примером отличного города, отличного жилья. Я хотела бы подойти с широкой картины. Есть ли в Сингапуре программа развития через города-спутники? Чтобы он не становился огромным мегаполисом, а чтобы появлялись независимые маленькие города со своим лицом. Питер, ответ у нас есть оба варианта, потому что Сингапур — это небольшая страна, но у нас есть городской центр. Потому что очень важно, чтобы был центр. Это важно для создания репутации. И много международных компаний, много синергии от того, что они работают в центре. Но в то же время у нас есть подход децентрализованный, где мы ориентируемся на создание многих центров. И госжилье также предоставляется в разных частях. Поэтому у нас есть сильный центр и децентрализованный подход. Потому что мы не хотим, чтобы каждый день машины ехали только в центр по утрам.
потому что пробки будут сумасшедшие. Поэтому мы также построили города-спутники и также коммерческие центры. Мы обслуживаем разные города, в том числе города-спутники. И поэтому рост рассредоточен. И у людей есть возможность работать рядом с домом, и благодаря этому нет таких пробок по направлению в центр. Потому что иначе все утром поедут в центр, а вечером все одновременно поедут из города. И пробки будут ужасные. Поэтому у нас обе стратегии по развитию. У вас есть специальный образ для каждого города? И конкурируют ли они между собой? Нет, они не конкурируют. Они предоставляют людям выбор, где они могут жить. Когда мы планируем каждый город, мы очень стараемся понять историю этой местности. Потому что у каждой она своя. Может быть, там была деревня. Мы хотим, чтобы люди это помнили. И у каждого города должен быть свой характер. И вот то, что я вам сегодня рассказывала, я показывала. Показывала город, который находится у воды. И поэтому там тема — это зеленый город. И поэтому у людей будут о нем особые воспоминания, особое восприятие. Поэтому мы это является частью нашего планирования городов. Очень важно, чтобы люди сохранили эти воспоминания. Мы можем, например, рассказывать им истории о городе или какие-то щиты вывешивать. Поэтому города не конкурируют между собой, люди могут жить в любом месте. Интересно то, что вы упомянули, что вы хотите в каждом городе здесь привнести частичку деревни, когда люди находятся и в очень населенном месте, и при этом у них есть ощущение деревни. И говоря о высокой плотности, расскажите, пожалуйста, про это. У меня нет конкретных цифр, но плотность очень высокая. Как видите, плотность очень высокая. И как вы видите с картинок, плотность очень близкая на государственного жилья и обычного жилья. Вчера мы обсуждали реновацию, и было очень много проектов, которые разрабатывают частные компании, например, ЗИЛ в Москве. Как вы планируете первые этажи, спортивную деятельность, культурную деятельность, чтобы города были равные и на одном уровне по жизни? Думаю, очень интересный вопрос, что в госжилье эти районы остаются открытыми, в отличие от частных кварталов. То есть мы убрали заборы, потому что когда это делается, инклюзивность увеличивается. Иначе общество просто становится закрытым, отстраненным. И первые этажи у нас открыты. На первом этаже у нас нет квартир, потому что там предоставляются социальные услуги. Там могут быть услуги для детей, поликлиники, центры для пожилых людей. Поэтому первый этаж — это социальный этаж, мы так его называем. Как вы принимаете решение, какую услугу предоставить в конкретном месте? Магазин открыть там или спортивный центр? Эти города планируются как кварталы. И в каждом квартале есть определенное количество квартир и определенное количество определенных магазинов. Мы знаем, сколько нужно центров для детей, школы, в зависимости от ситуации с населением. И поэтому у нас есть нормы для каждого квартала и полный перечень услуг, которые будут предоставляться. И услуги предоставляются для всех. So that's how you know what to put. Wonderful.
Доктор Чон, у меня для вас сотни вопросов, и уверен, что у нашей аудитории есть вопросы. Я считаю, что нам нужно обязательно встретиться лично, в офлайне. И мы скучаем по Сингапуру, и мы надеемся, что вы приедете когда-нибудь к нам и выступите здесь с лекцией после окончания пандемии. Спасибо большое, было очень интересное выступление для нас всех. Спасибо большое, и берегите себя. Давайте справимся с пандемией. Да, до свидания.